Он продолжатель яркой музыкальной династии Таджикистана. И мы в этом убедились на прослушиваниях в Туркестане. Давайте продолжим знакомство с Табризом Халиловым. Эту семью знаю как очень талантливую, очень профессиональную, очень высококультурную. Он и на свет появился такой, под музыку, скажем так. Мои кумиры – это мои родители, мой дядя, потому что я и лично сам вижу отношение к музыке, я вижу, как они относятся. Это не просто их работа, это их жизнь. Моя семья – это целая династия музыкантов. Это не только музыканты, это люди, которые занимаются творчеством. В полуфинал я привез произведение своего дяди. Эта композиция специально записана для полуфиналов. Мы проделали большую работу с ним. Вот каждый такт, каждую ноту мы обыгрывали. Мы пытались сделать так, чтобы вот понравилось слушателю, чтобы был полет в нашем произведении. И получается, это огромная заслуга моего дяди, то, что он всегда учит меня всегда всему новому. И было бы как-то некорректно, да, сыграть плохо. Не то, что плохо, как сказать, без души или как-то по технике и по душе это очень сложно исполнять. Это простые голые аккорды, которые надо обыгрывать и надо делать так, чтобы это было музыкально. Кроме музыки себя никто не спасет, и вот. Просто садишься и забываешь обо всем, и отдаешь себя полностью инструменту. И получается, вот этим тем самым музыкой, да, вот слушая вот эти разные звуки, каждую ноту, ты возвращаешь себе это настроение, и получается то, что все плохое забывается. Табриз Халилов – это новое поколение известной в Таджикистане династии Халиловых, которые внесли и вносят большой вклад в искусство Таджикистана. Хорошо разбираясь в музыке, имея хороший вкус, он хорошо знает как классику, так и современную музыку, и джаз, а также и народную музыку, которую мы все очень любим. Я от всей души желаю ему удачи, для того, чтобы мы радовались его исполнительству, и пусть его талант покоряет весь мир. Далер Назаров, это получается, это величайший музыкант, это, который он преобразовал музыку в Таджикистане, он сделал музыку, он народную музыку смог сделать, современную, классику. Это классик, это получается, это мастер своего дела, и все на него равняются, также он является моим кумиром. Это большая честь получить от такого величайшего музыканта, я чувствую его поддержку, это огромное спасибо, я очень рад, я счастлив. Мы уже видели, на что способен Табриз. Давайте посмотрим, сможет ли он сегодня превзойти свой успех на прослушивании. На сцене Табриз Халилов. Thank you.
уверена, сегодня ты никого не оставил равнодушным. Вам понравилось, друзья? Да! Понравилось выступать в полуфинале? Конечно. Выступать в полуфинале в таком грандиозном конкурсе — это для меня большая честь. Нурлан, как думаете, сегодняшнее выступление достойно гранд-финала? Я поначалу думаю, что он хочет сыграть, да, было так очень мелодично. Но когда я услышал «Өзіміздің қазақтың халығаны құсни хорланды», мен өзім ішімден бірге қосылып айтып отырдым. Ол бізге үлкен сый. Есть много пианистов, да, но играть сердцем так, чтобы эти... Мы просто растворялись в этой музыке, да? Насколько он виртуозно владеет действительно инструментом, он прям не стучит, не играет, он прям ласкает клавиши. И они просто врастаются, эти пальцы, в эти клавиши. Это очень так прям завораживающе. Этот парень достоин обойти весь мир, о нем должны услышать, его должны увидеть, также болеть его творчеством, как я заболела. Вы не просто играете, вы дышите. Я это все увидела, я с вами вместе я наслаждалась. Вам спасибо. Все огромное. Вот сейчас очень яркий пример выступления Табриза Халилова был в том, что полуфинал все-таки дает раскрыться нашим участникам. Как в данном случае Табриз, полностью исполнить произведение от начала до конца и отдаться ему полностью. Спасибо, Табриз. Удачи. Today.